Вот мама тебя засняла лапочки опять на стол. Всем добрый день, мои дорогие. Лео, лапочки со стола. Маме язык показывает кто? Лео. Это цветочки. Что ты хочешь этим сказать? Мои дорогие, я вам рассказывала, что я присматривала за котом Брайаном, пока наша соседка Рита была в отпуске. Она уезжала с воскресенья и до пятницы. И вот сегодня она принесла цветы и знак внимания, и коробка конфет Монжери. Хочу вам показать цветочки. Посмотрите, какая прелесть. Какой красивый букет. Очень-очень приятно, конечно. Лео! Ему тоже сильно нравится. Ну, понюхать, конечно, может. Проказник такой. Ты хочешь цветы? Тебе нравятся цветочки? А что такое? А что такое? Ты конфет хочешь? Или ты цветочки хочешь? И то, наверное, да? Ну, рассказывай. Очень-очень красивый букет. Стоит в вазе. Я очень рада. Такие интересные ягодки. Шикарно. Спасибо, Рита. Хочу вам показать, мои хорошие. Я опять собираю косточки от персиков, абрикосов, слив. Замачиваю их сначала в воде. Пока они полежат в воде, отмокнут. И потом я их очищаю щеточкой. И после этого выкладываю на блюдечко, чтобы они высушились. Мне они очень нравятся, потому что рисунок на них у каждого разный, абсолютно необыкновенный. И хочу вам показать, что эти косточки уже готовы. Они все разные и интересные, и красивые. Почему я вам это показываю? Потому что, наверное, я соберусь, подумаю, придумаю, что, и опять буду мастерить. У меня, конечно, есть отдельное видео, но раз уже я собираю эти косточки, хочу вам показать, что на кухне у нас висит такой веночек, который я сделала именно из этих всяких собранных косточек. Венок я сделала из картона и потом горячим пистолетом наклеила эти всевозможные косточки. И так вот он на кухне висит. Ну и сразу же покажу еще один венок. Он висит с другой стороны. Этот венок я сделала из пробок от вина. И он тоже висит на кухне. Ну и, в общем-то, вот так это смотрится. Так что опять собираю и опять что-нибудь придумаю и буду мастерить. А здесь на кухне на полочке у меня стоят бутылочки, декупаж которых я сделала сама. Очень люблю этим заниматься. Думаю, что зимой будет больше времени, и я опять продолжу. Так они выглядят. Вот такой вот уютный уголок. Декупаж сердечка я тоже делала сама. А это, конечно, очень приятно, потому что такого точно ни у кого нет. А на двери у нас уже давным-давно висит, конечно, пустая бутылка из-под испанского вина. Она в кожаном футляре, если можно так сказать, стеклянная.
и подарил нам ее Володюшкин коллега по работе. Ну, это, конечно, память. И очень-очень красивые, яркие матрешки. Это наша Валюша нам подарила, привезла из Москвы. Вот стоят они у меня здесь на кухне, на шкафу. Красавицы. Ну, раз уж я тут на кухне, конечно, хочу показать самовар. Самовар этот электрический. Покупали мы его в Москве в 80-х годах. Это ему уже, ну, будет лет 40. Как же быстро летит время, господи. Ну, мы им сейчас не пользуемся. Я даже не знаю, где шнур, конечно, можно и купить, и сделать, и пользоваться им. А пока стоит на шкафу. И, конечно же, люблю эти красивые вазы. Конечно, расписанные, ручная работа. Очень красивые. Посмотрите, какая красивейшая старинная английская ваза с розами. И здесь еще две стоят. Это для цветов горшочки. Выполнены они тоже в этом же стиле. Очень красиво. Эту вазу нам подарили Сережа и Валюша. И, конечно же, нам очень приятно и дорого все это. Еще я люблю сушеные цветы. Не сушеные, а высушенные. То есть, когда я получаю в подарок розы, или когда у нас в саду цветут розы, я их всегда засушиваю и потом делаю из них такие букетики. Мне это очень нравится. И, конечно же, у нас есть уголок, где деревянные ложки расписные, такие вот стаканчики деревянные. И эта маленькая деревянная чеплашка, наверное, для соли. Есть русский самовар. Магнитик. Это тоже подарок от Валюши из Москвы она привезла. И деревянная сковородка на магнитике. Готовить не надо. Яичница готова. Картины висят у нас на кухне, вышитые крестиком. С ними очень уютно. Нам очень нравится. Эту картину мы получили в подарок от нашей соседки, от Риты. Такое красивое деревянное оформление. А верхняя картина, она выполнена в стиле Баварии. Гаштет, пиво. Полочки, тарелочки. Эту картину мы покупали. И мы очень любим зеркала, поэтому у нас на кухне такой есть уголочек, где зеркала. А это очень интересный, и называется он барометр. Слоник висит, тоже должна аж показать. Это барометр Гёте. Наполнен он водичкой по низу трубки. И если в нем вода поднимается уже по трубке вверх, это значит касатка. Вот такая вот старина. Красивая. На этом зеркале написано Coca-Cola. Это просто зеркало в середине. На этом зеркале написано Винчестер. Зеркальный уголок. А на верхней полочке стоит букет, который я сделала, и тарелочки. Это когда мы были в Таиланде, мы были на острове Пхукет, нас фотографировали,
и продавались потом уже готовые тарелочки с фотографиями. Конечно же, мы купили. Сидит наш Кузя, спрятался за цветами. Такой маленький обзорчик я сделала по верхам нашей кухни.